Вот она, новая палочка. Конечно, не как у Макса, у меня столько денег нету, как у этого мажора. У меня все побюджетней. Но я уверен, что она не хуже. Я на это надеюсь. Ну, она похуже, конечно. Конечно, она похуже. Она похуже на 5000 рублей. Все, больше минусов у нее нету. Течка тут, конечно, серьезная. Водичка. Сколько градусов-то? 21, кстати. 21 градус. Тепло. Я утром воду потрогал, конечно, кайфовая. Очень теплая, искупаться захотелось. Взял себе вот катуху. Так, побаловаться. Называется фаворит. Неделю мне мозг выносил с этой фаворит, катушкой. Да. Эмоциональная какая-то покупка, быстрая. Конечно, не этого я хотел. Но так как срочно надо было ехать на рыбалку, требовалась катуха. Ход нормальный, но что-то постукивает. Ну, серьезно. Ну, говорю, ребят, как есть, как бы, да. Вот палка Experience, блин, я вот доволен, прям посмотрел, вот, вообще класс. А вот эта катуха, ну, если нету денег, да, в принципе, нормально. Ну, за пятак, что ожидать-то? Ну, стоит она там 5000. Ну, в принципе, выбор особо невелик. Можно, конечно, наверное, за Uber взять. Он, наверное, будет полегче, ой, точнее, подешевле, но он будет тяжелее. Он у меня был, ну, нормальная катушка, но что-то хочется уже получше было взять. А это вот модная, красная ручка у нее тут, все дела. Модель 2500S с короткой шпулей. В общем, шнур единица Jigman. Сюда 200 метров прям ровно залез. Ножнички. Ну, не знаю, половим. Ну, ладно, что, будем ловить. Рассказывать сказки можно долго. Ой, не говори. Что, Юр, поводок или флюрик? Флюрик пока. 0,28? Да ты шутишь, что ли? Какой? 0,4. Юра 0,4 флюр привязал в надежде на трофейную рыбу. А такое ощущение, что я сейчас привяжу отводной поводок. Мы же команда, один на джиг, другой на отводной, правильно? Правильно. Вот она. Макс. Я не знаю, куда, блядь, подожди. Кинул? Разобрался? Поймал? Угу. Вот это профи. Подбережок, как и планировали, да? Угу. Окунек? Да, мелкочек. Отводной. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот первая рыбка. Одно успокаивает. Окуньки есть. Какой-то весь пятнистый, да? Да, как это на Волге прям уже. Ну что? Пошла. Под бережком стоит. Да не, надо искать места. Есть? Что-то было, да? Да, тоже вот этот. Ну что там, гряда? Не гряда. Макс поймал. Хорошка? Ну нет, что-то. Ну окунёк, да? Ну получше. Я прям видел по кончику так. Ту-ту-ту. Нашли окунька, а? Ну получше, получше. Может бершик не. Ну как получше. Чуть получше. Отводной дает свои результаты. Ну что, ну уху такого не будем брать. Да.
издевательство, да? Над рыбой. Такой окунем. Давай, шуруй. Поймал, да? Ну там крупняк. Максон сегодня вот, просто в вот. Ударе. Смотри, каждый раз он все меньше и меньше. Не, у тебя больше было, потом поменьше. А, у тебя да, у тебя же да, уже четвертый окунь. Четвертый окунь. Окунь на ходе, молодцы. Он тут, видимо, везде стоит. Куда ни ткнись, поймаешь окуня. Ладно, погнали дальше. Слушай, ну хоть рыбий супчик поесть, а? Может, окурков все-таки надолбим? Не знаю. Вроде нет. Есть. Да нет. Не крупно. Но с ударчиком, наверное, бершик. Супчик хоть поедим, да? Опа. Кто это? Судачок. Ох ты гад, а? Судачок. Ах ты гад. Да. Ну, надо, я думаю, переходить, да? Почему? С отводного. Слушай, ну, возможно, рыба была, да? А сколько грамм стоит? 28. Вот такой, ребят, первый судачок. Мучить мы его не будем. Клюнул с ударчиком, классно. Но размер должен быть вот такой. Пока вот такой. Отпускаем. Передал привет дорогим вам зрителям и сказал, пойду за дедушкой. Слышь, наверное, он стоял. Тык-тык-тык, прикинь, эти мелкие, блин. Как ты увидел вообще? Все, ребят, а я переставлю. Ну, а что, блин, полоскать? Палка джиговая, ловить на нее на джиг очень приятно. Отводной чего, блин, да? Угу. Полоскать. Да, слушай, ну поклевочка, да, на эту палку тоже огонь. Такая прям. Пым. Нормальный ударчик, да? Да, прям такой. Хорошенький. Ну нет, знаешь, он не прям сильный, он был, ну ты видел размер. Но он был с ударом. То есть таким звонким ударчик, хорошо. Надо было тоже показать. Да там не видно, мне кажется. Там не видно, да, будет просто. Там вообще это... Просто такие, знаете, вот 5 точек на эхолоте, и они стоят в ряд. Ну, 5-6 точек там. Я вот думаю, блин, ну дай попробую ни разу так вот. Хочется все время, знаете, такие черточки сантиметровые найти. А ну, просто 5 каких-то точек. Вообще непонятно, судак, не судак, что там вообще, как там. 28 нормально, да, падает? Ну, с одного оборота у меня нормально. Можешь еще два попробовать, кстати. Не, нормально, знаешь. Даже два оборота. Ох ты, Юрка, повеселел сразу. Да разумеется. Второй. Такой же? Да, наверное, да. Вот это профессионал. Это Бершик, по-моему. Да, Бершевич, по-моему. Берж, да, по-моему. Есть клыки, не? А? Ну, по окрасу кого-то берж. Берж, берж, берж. Такой же зачетный. А мы не знаем. Надо гуглить. Да он, смотри, Макс, как окунь твой. Ну, чуть побольше. Так вот, бершик клюет. Давайте отпустим его пока. На вот такую вот резиночку. 28 грамм. А есть так. Такая еще резинка-то? Еще одна осталась. Одна? Одна. Это пачка еще с того раза, Макс. Мы такого цвета не брали. Макс, короче, купил хреновую тучу крючков. Мы открыли пакет, а крючков нету. Ну, они там, наверное. И он просто уже вот часа вот три мы ловим. Он все думает, о этих крючках на базе ли они или нам не положили их. Потому что денег нормально оставили. Я их убирал в маленький пакетик сам. Когда ты пакет забирал, там вроде не было на прилавке.
Есть. О, ой, блин, сход. Это был хороший. Это был хороший, Макс. Это был уже хороший берж. Не сечешь. Да ладно, я не секу, ты видел? Он, знаешь, как подвис просто. Давай мне такую же резину. Попробуй другой цвет. Тут сейчас... Ладно, на, ради вот напарника что не сделаешь. Есть такой боли. Сердце. Смотри. Просто посмотри. Двойничок ставь. Зачем? Ой, блин, хороший был. Вот сейчас такой уже был, приятненький. А двойнички ты откуда взял? Блин, слушай, я не помню. О, новый, ништяк. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Такой, блин, уже был поприятней. Уже такой суповой был. Увидели вот такой вот свал. Не знаю, видно вам, нет? Ну, вроде должно быть видно. Вот он, идет свал. И вот внизу него я прям вижу такие белые-белые точечки, вот как и в прошлый раз. Но их тут не видно, их прям вот на грани фола видно. Не знаю, может быть не рыба, может рыба. Посмотрим. Сейчас вот будем стали, получается, чуть ниже этой бровки, злющей, да, вот этой вот. Будем кидать, получается, вверх по течению, и у нас приманку будет сносить в этот свал, получается, в яму. Будем обкидывать этот момент. Я поставлю граммов... Я оранжевку еще поставлю. 22 грамма. Рабочая тоже лошадка. Ну что, Юра гид. Юрий... Где гид. Та самая заветная точка? Ну, надо кидать как-то так. Как-то так. Как-то так, да, надо кидать? Да ладно. Ну, либо это бель была. Я уже задел по кому-то. Сносит пипец, конечно. 22 грамма. Возможно, в рыбу, да, врезался. Подальше, возможно, надо кидать. Надо и поближе, и подальше кидать. Получается, поближе и подальше? Ну, ты ближе кидаешь, облавливаешь этот свал, тоже с носом. И дальше ты кидаешь, так же свал, ты облавливаешь. Он же вот так идет, свал. Мы еще встали, получается, по свалу. И он, ну, как эти, типы ловят на оке. Да, я уже. Да, свал такой тут мощный. Я бы даже его попробовал бы еще. Да, палку, конечно, надо здесь помощнее. Помощнее. 12,42 вот у тебя лежит. Не, ну 28 грамм нормально. Ну, и то не падает. Может быть, даже стоит апстрим попробовать обкидать эту хрень. Встать прям вниз по течению. Да. Да. Попробуй, потому что тогда мы будем меньше кидать. Мы как раз на миляк кидаем. Да, и мы будем меньше кидать груз, потому что он будет легче сноситься. Вот так вот, ребят, подстраиваемся под палки до 28 грамм унцовые. Попробуй сейчас недалеко где-то, но чуть левее кинуть. Давай попробуем, да. И потом сейчас переставимся. А может справиться. Не, нам надо встать прям, я думаю, под рыбу, где вот рыба была. Я бы туда встал. Ну, типа того, да. Даже вот так. Как раз пока подмотаю, в середине будет. И что, мы не падаем? Сколько поставил? 28. Да больше тебе надо. Палка 10-28, да? Да. Есть. О, нормальная рыба. Получше, да. Ну, не. Показал сначала сопротивление такое. Ну. Опа. Судачок. Ну, блин, ну я тебе говорю. Сумка. Нормальная тема. Я тебе говорю. Такой вот, ребяточка, судак. Уже. Давайте ему поверим. Хотим уху. Хотим уху просто. Ну вот.
хоть как. О-о-о, не тянет парень. Ну ладно, хрен с тобой. Свальчик прям, только-только, прям вот недалеко, как я тебе сказал. А это разные, да? Да не, одинаковые, просто выцвело. Нет, это она новая. А, ну, значит, это выцвело, это выцвело. Вот такой вот уже, ну, не крупный, но красивый судачок. Давайте его отпустим. С ударчиком. Ой, все-таки умеем мы хоть что-то уже делать в этом нелегком деле. Прям только со свала начал падать при падении, там, бам. Что, можно туда, да, кидать? Подвисло. Юра какой-то профессионал. Ох ты, ох, какие. А, о, понятно, подвисло. Бершик. Бершевич. Ну, реагирует, да? Реагирует. На 30 грамм, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Че, гравите, Бершич, хрять? Ну, прижал. А? Прижал. Клюнул на такую вот рыбеху. Такой сейчас у нас. Вибр рыбу ее называем. Нормальная тема. Нормально на нее клюет реально. Что, ребят, отпустим першиком. Я уже думал. Бомба какая. Как я думал. Ну это вообще тоже. О, слушай, это тоже хороший. Хоть отводной, да, ставь? Берж на отводной. Опа. 30 грамм, да? 30, не, 28. Красавчик. Опа. Прям. А чё мне-то не клюет? Не знаю, Макс. Чё, рвать что ли? Ну да, я еще разок кину, просто вторая проводка, второй берж, это уже покрупнее. Красивый, да? Бершевич, ладно, сейчас. Да ладно, что сейчас? Килошничек нужен. Блин, ну прям вот, знаешь, я тебе говорю, вот прям вот свал начинается. Да я это... Да, да, и прям поклевка сразу. Окуневая палка. Первый рыбок была. Реально, на нее же вообще будет. А, судачок появился. Судак как. Окуневая палка. Всем привет, друзья, это видеоблог «Две хаски». Салют, салют. Максон с нами Эдуард, его машина, Эдуарда не видно. Вот такой у нас длинный утренний ролик получился, мы с вами не здоровались, сразу вот решили начать с красивого тумана. Пойду я на кухню сразу, меня уже отправляют, пока с лицом общайтесь, потом ко мне подтягивайтесь. Да-да-да, он там сейчас будет готовить еду. В общем, ребят, ну что, утренняя рыбалка у нас прошла, прошла она не так, как мы хотели, конечно, но рыбку какую поймали. Вообще не так, как хотели. Да, Эдик тоже ничего не поймал. Смотрите, у нас тут две лодки. Вот такие вот. У этого тут вообще. Но у него тут очень крутая тема. У него тут, смотрите, какая. HDS карбон. Мечта. Мечта просто девяточка. Такой стул у него тут стоит. Закреплен. Такая вот, смотрите. Лайф. Айвлер-бот какой-то, да? Хоп. Сумка носовая. Короче, у него Solar 350 НДНД. Ловит он на мульты. Короче, очень странный рыбак. Но что-то ловит.
Point 1. А что такое Point 1? А, антенна, еще и GPS-антенна, смотрите. Так что теперь вообще просто повернулся. И она сразу поворачивает, да? Да. О, такая тема у него тут есть. О, прикольно. Ну что, завидуем мы тебе. Тоже хотим. Но мы хотим немножко другой. Это холод. Мы хотим, ну, как минимум, лорик новый. Лайф? Лайф, нет, это очень дорого. Этот, Elite T2, который идет. TI? TI-2, да, он прикольный. Ну, мне понравился, по крайней мере, по цене он недорого выходит. Ну, относительно там 110. Плюс еще антенна как раз 1025. Антенна дешевле. Антенна дешевле? Ну, я просто смотрел на официальном сайте. Авито тебе в помощь. Ну вот. Короче, антенна нужна для того, чтобы когда вы поворачиваете на лодке, она прям, ну, то есть вы смотрите по эхолоту, вы поворачиваете, а лодка еще, ну, стоит ровно. А тут у вас сразу будет прям поворачивать. Короче, прям вот все в режиме реального времени. Прям это на очень круто. Наводишь стрелку и пошел. Да, очень удобно. Это прям реально круто, потому что на Гармине такая же хрень, хотя говорят, что у них крутая навигация, тоже тупит, но, в принципе, можно подстроиться, но, конечно, хочется более комфортно себя чувствовать. Даже в таких комфортно мелочах. Надо на алюминиевые лодки. На Алюмакрафт. Ну, Волжан. Хотя бы Волжан. 50 Fish Pro. Ну, отлично, кстати, тоже. Elite 16 дюймов. Ну, вот это, да? Мультики. Нормально. Да? И так же не ловить рыбу, как и сегодня. А там главное мультики. Там да. Уже рыба это на втором плане. Да, в общем... Купить себе эхолоты, кайфуйте, интересно, очень рыбалки проходят. Для чего нужна рыбалка? Выехать, подышать свежим воздухом, пообщаться с друзьями. А рыбалка это уже... Это уже вторичное. Ладно, пойдем посмотрим, что делает Макс. Смотрите, у нас тут сегодня кухня образовалась наконец-то. Такой столик. Котелок от Эдуарда. Мы свой забыли сегодня взять. Это котелок от Руслана. Я знаю, какой будет комментарий. Верните, сука, котелок. Я не помню, после какой поездки мой котелок оказался у Руслана с его крышкой, а его котелок с моей крышкой оказался у меня. Ну, какая-то хорошая поездка, я чувствую. Ну, обычная такая рядовая поездка, рядовая рыбалка. Руслан, привет тебе, кстати, от Эдуарда. Привет, Саха Якутия. Сегодня, кстати, солнечно, мы все подзагорели. Наконец у нас хорошая погода. Давно, да, так? Ну, реально, мы выезжаем, какая-то жесть постоянно. Я искупался. Макс искупался, он его не видел. А кое-кто тут вообще? Я не пойду. Я себя прекрасно чувствую. Макс просто сказал, что ты мне плохо, да? Вот, на тебе сразу, получай. Лучшее походное блюдо, да? Угу. Ну что, ребят, всем приятного аппетита. Макс у нас красавчик. Как обычно. Как обычно, сделал все стандартно и, надеюсь, вкусно. Вкусно? Вкусно, вкусно. Стандартно все. Вкусно. Все, всем приятного аппетита. Опа. Так, ну все, ребята, навязали вот таких вот монтажей. Это вот старый, кстати, монтаж еще на флюре. Я делал вот сейчас вот 100-граммовые кормушечки. Ой, эти грузики поставили. Кормушки еще где-то грамм 15-20 весит. Сейчас Макс сварит пшено. Поставим 4 доночки. Так, дубина готова. Сейчас. О, тоже дай его, смотри. Liberty. Первая моя катушечка. Не, ну понятное дело, она там вся расхлебанная. Но. Ну извините, она на донке стояла. Первая готова. Так, готово. Все, сейчас 4 доночки поставим и вечером попробуем плавить. Фух, ну что, мы
Донки зарядили. Короче, у соседей клюет ночью густера, но на опарыша и с прикормкой. Не знаю, посмотрим, будет что у нас клевать. А у нас сало с чесноком. Опа. Я думаю, тут аргумент явно в нашу пользу. Ребят, доброе утро. Как обычно, проспали. Время уже 6 утра. Не проспали мы. Ай, да ладно. Вот. Эд спит. Юрец тоже сонный. В общем, Юра в машине спал. Говорит, не хочу спать в палатке. Холодно. Не хочу с тобой спать. Холодно, да. Не, мне просто неудобно было. Мы сегодня на ковриках спали и решил в машине поспать. Я выхожу из палатки, у меня донки напротив меня стоят. А тут такое зрелище. Они все в воде. Первое. Вот стоим, гадаем. Либо это трава, либо это рыба. Но мне такое ощущение, что там травы вообще килограмм 20 навипло на шнуре. Ну что, давай вот это доставай. О, завел Лешка в самую траву. А прикинь, что, оборвал? А прикинь, на самом деле есть. А ты сейчас что и оборвешь. Очень много травы по реке. Даже на джиг неудобно ловить. После каждой практически проводки шнур чистишь. Вот он, нормально. Че, без подсака возьмем? Да это жопа. Вот. Это жопа. Первый у нас такой. Первая зеленая рыба. Ну, походу, на линя. Да, лень. Лень, блин. Лень. Подожди, лень. А, да. Не, что-то и... Кормушка хоть целая, смотрите. Думал, обрыв. А, да не, все на месте. Не вышло у нас рыбалочку на донке. Значит, будем что делать? Правильно, завтракать и поедем, посмотрим. Может, еще рыбу найдем. Жестко. Ребяточки, подъехали на нашу точку 4-го выпуска. Мы тут ловили 2 года назад, да? Или когда? Сколько это было? Давно. Короче, как я понял, мы сейчас встали, вот сзади нас вот так вот идет вниз свал, тут мелячок. И тут, возможно, каменная гряда, потому что такие были на эхолоте белые камни. Макс слил рыбу. Смотрите на его лицо. Офигеть! Смотрите на его лицо. А фрикс не затянут. Лошара. Нет, сейчас. Не, ну это у меня рыба была. 100%. Блин, отрывать неохота.
Есть, есть. Ну что-то я не пойму. Фигня какая-то. Ох! Ох! Окунь! Вот такой. Поставил 28. Опа. Окушок. Ну что, Макс, как твои ощущения от рыбалки? Врагу не пожелаешь такую рыбалку. Особо ничего не поймали. Почему, непонятно. Да ладно, непонятно, все понятно. Ой, ни хрена себе. Вот это неожиданно было сейчас, если честно. У меня такое ощущение, что судак просто не хочет кушать. Все ловят на отводной, много перша, забирают его. Если была бы рыба, было бы очень отлично, а так отдохнули. А так хорошо. Ну ладно, сейчас мы вернемся на базу и подведем итоги конкурса, который я делал в прошлом выпуске. Макс про него не знал. Мы разыграли максовский спиннинг. Победитель еще не выявлен, но я сейчас посмотрю, кто сколько перечислил денег. Прикинь, это правда. Прикинь, да. Дали, что ли? Че? От грибов влага, да? Да. Все, что? Да. Ты наелся? Не, наелся. Но еще бы ложечку прям бы съел. Ну вот, да. Не. Ну что, народ, такая вот рыбалка у нас с Максом получилась. Топовая. Отличная. Конечно, место... Мы сюда, наверное, не приедем даже. Летом только за лещом, наверное, на бортовые удочки. Да, кстати, леща очень много ловят. Ну, ловят, не видели. Один раз видели, что поймали его. А ловит или нет? Наверное, ловит. Вот, надо ехать дальше, да? Туда. Поедем дальше туда. Подальше. Здесь как-то нам не понравилось. Что, в Астрахани там, где уж наверняка что-то поймаешь. Мы уже там начали сомневаться. У нас какой-то август пролетный в этот раз получился. Ну, вообще-то ни о чем. Ну ладно, еще и сентябрь, октябрь, так что. И ноябрь. В общем, ребят, оставайтесь с нами. Да, не переключайтесь. Сделайте, как мы. А лучше. Пока. Все, пока-пока. Отстрелялись.